Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами посмотрим топ-10 с каталога номер 6 компании Oriflame. Я выбрала всего 10 позиций, те, на которые особенно стоит обратить внимание. Почему это важно? Дело в том, что когда вы даете каталог своим клиентам, знакомым, родственникам, они просто теряются, столько всего красивого, классного, столько акций, и порой они просто их пропускают и не обращают внимания. Поэтому наша с вами задача – расставить акценты. И я вот такими вот закладочками красивыми отмечаю несколько страничек каталоги, которые, по моему мнению, очень привлекательные по цене, может быть, это новинка или очень классный продукт по выгодной скидке. Итак, я вам расскажу, какие продукты выбрала в этом каталоге. Первое – это на 5-й странице многофункциональная тушь для ресниц 5 в 1 из серии The One. Потрясающе крутая тушь. У нее скидка, большая скидка, 50% получается, она всего стоит 259 рублей. В такой вот красивой упаковочке тушь приходит. Она запечатана пленкой, то есть это абсолютно новая тушь. Клиент снимет пленочку и начнет ей пользоваться этой тушью. А я вам покажу, какая кисточка классная. Я считаю, что уникальность этой туши именно в кисти. Вот такая кисточка. Благодаря необычной форме получаются ресницы длинные, густые, подкрученные. Вот сегодня я как раз красилась этой тушью, как, в принципе, и в большинстве дней, потому что это моя любимая тушь. Сами обязательно попробуйте. Дальше. Следующая страничка. Страница 17. И я бы здесь сделала акцент на креме для век, который у нас не в тюбике, а в баночке. Он уменьшает припухлости и темные круги. Его код 32464. Девочки, ну это вот просто маленький волшебник. Несмотря на то, что это такая маленькая баночка, такая доступная цена, эффект потрясающий. Вот представьте себе, утром просыпаетесь, смотрите в зеркало, и глазки такие припухшие, есть отеки, глаза такие не хотят открываться. Вот наносите безымянными пальчиками, аккуратненько, вот таким образом, вокруг глаз, близко к слизистой, мы не приближаемся, то есть отступаем так, и вбивающими движениями наносим этот крем. После этого сходите на кухню, включите чайник, выпейте стакан воды, вернитесь в ванную, буквально пройдет 5 минут, и вы увидите чудо. Вжих, и мешков нет, и темные круги уходят, и глаза сияют. Вот у меня именно такое впечатление от этого крема, какая-то легкость, невесомость. Я его периодически тоже заказываю, потому что он мне просто очень нравится. Так что пробуйте сами и рекомендуйте другим. Следующая страница, страничка 19. И на ней у нас наши любимые, ну, по крайней мере, мои любимые, масла для волос. Их 3 вида. У меня вот сейчас именно вот такое масло, 14 номер у него, сейчас скажу. Защитное. У меня масло защитное для волос, но я себе выписала в этот раз 2 штуки питательное. Просто хочется, чтобы волосы были прям напитанные, такие энергичные. Что делает масло? В принципе, я их пробовала все, периодически меняю, беру то одно, то другое. Мне очень нравится все в этом масле. Начиная с упаковки. Очень удобная пластиковая упаковка, она легкая и не бьется. Второе масло устанавливаешь, оно в стеклянной упаковке с распылителем, то есть оно легче. Это масло, оно более такое жирное, оно концентрированное, но у меня впитывается в волосы как губкой. То есть я наношу, и все забирают волосы. Каждому нужно смотреть по своим волосам, потому что если вы перегрузите волосы, то они могут выглядеть такими как бы тяжелыми, жирноватыми, не такие вот пушистые, как хочется. Поэтому нужно найти свою меру, да, свою дозу, сколько вам нужно. Далее, что еще хочу сказать? Аромат. У этого масла просто необыкновенный. Масло розы и органовое вместе дает чудесный аромат от волос. И меня это просто восхищает. И я хочу сказать вам благодарность этому маслу, потому что после 3 смывок подряд оно просто спасло мои волосы, потому что без него я даже не могла расчесаться, настолько путались все волосы. Поэтому я его
вношу и в список своих любимчиков, и, конечно, в рекомендации, чтобы пользовались классным продуктом. Следующая страница, сейчас скажу, какая страница, 78. На этой странице нас ждут помада, это серия Color Box, всего за 99 рублей. Кстати, это та самая помада, которая уже много-много лет подряд занимает лидирующие позиции по заказам. То есть ее чаще всего заказывают, она очень популярна. Я обращаю ваше внимание, что здесь висят часики на страничке. А это значит, что помада уходит из каталога и, скорее всего, будет какая-то замена. Может быть, поменяется дизайн помады, да? Может быть, цветовая палитра поменяется, пока не знаем, но знаем, что она скоро уйдет, поэтому нужно использовать последний шанс. Кстати, не скажу, что это в топ-10, да, входит, но обратите внимание на точилку, которая на этой же страничке, она великолепная. Так, следующая страница, 87. Здесь у нас расположена помада серии Giordani Gold. Это необычная помада, это матовая помада, всего 8 оттенков. В таком чудесном золотистом футляре. Кстати, это одна из моих любимых помад. У меня оттенок чайная роза 32-317. Натуральный, очень красивый цвет. Кстати, я заметила, когда я крашу губы этой помадой, меня всегда спрашивают хотя бы один человек, что у тебя за помада на губах? И такой классный щелчок она издает, когда мы закрываем колпачок. Что я особенно хочу отметить в этой помаде, ну вы заметили, что она у меня достаточно долгая, потому что уже практически, да, осталась половинка, даже меньше половины. И я обращаю ваше внимание, какой чудесный футляр. Ни одной царапинки, ни одного скола. То есть вот это меня восхищает в серии Giordani Gold, изысканная упаковка помада. Ее просто приятно держать в руках. И очень приятно ей пользоваться. Ну, действительно, чувствуешь себя такой дорогой, роскошной девушкой, женщиной. Следующая страничка 129. Здесь у нас очень удачный набор для дачников. Но, честно говоря, что такие продукты в него входят нужные. Нужные всегда и нужные всем. Это мыло жидкое для рук. Я, кстати, предпочитаю в последнее время все чаще жидкое мыло. Далее, гель для душа и шампунь-кондиционер 2 в 1. Конечно, это не только для дачников, но и просто в каждую семью нужен такой комплектик, и всего за 369 рублей. Думаю, что это будет очень популярный наборчик. Я себе выписала. Следующая страница 140-141. Обратите внимание, здесь появилась новинка. Прям первый продукт. Сейчас покажу, вот он стоит. Это тальк для ног. Может быть, вы новичок совсем и не помните. У нас давным-давно, года 2-3 назад точно, был тальк для ног такой желтой упаковки. Как его все любили. То есть его постоянно заказывали. Наша семья его обожает. У меня мама постоянно его заказывала. Я сама его люблю. Вот чем отличается тальк от дезодоранта? В принципе, кто-то выбирает дезодорант из-за того, что удобнее. Быстро распылил на ножки, да, так и все, и побежал. С тальком немножечко посложнее, то, что нужно нанести на ногу, растереть ручками, да, между пальчиков. Но тальк очень эффективен. И его также можно насыпать в обувь, в носочке. Он хорошо впитывает влагу и классно прям дезодорирует. Я себе заказала 3, себе, маме, и один у меня по заказ. Прям рекомендую. В принципе, на этой страничке все продукты очень крутые. Но вот я выделила тальк. Далее, ну, конечно, это следующая страница 142. 142-143. Это новинка, витаминный крем и очищающее средство для лица папайя. Ну, тут достаточно просто потереть страничку и понюхать этот аромат. И у меня, кстати, несколько заказов на эти продукты. Вот просто люди потерли страничку, вот просто хоть нюхать. Настолько классно, настолько вкусно. Я себе тоже взяла для точки. Это пока секрет. Поэтому рекомендую. Далее, страница 147. Ну, конечно, это новые дезодоранты, новая упаковка.
новая коллекция, очень красивый дизайн они сделали. Вот вроде бы чуть-чуть изменили, а уже приятно. Всегда нравится что-то новенькое. Хочется в каталоге видеть новые формы, новые цвета, потому что, ну, хочется просто всегда девочкам хочется новизны. И вот я бы выделила особенно дезодорант без белых следов. Это настолько важно, особенно для тех, кто носит темные вещи. И когда остаются следы на одежде, и еще и они не отстирываются, это так печально. Поэтому я всегда выбираю этот дезодорант, мне он очень нравится и всем рекомендую. И завершает мой обзор последняя страничка каталога, это гель для интимной гигиены. Как я обычно пишу, с нами интим ярче, интимная жизнь, да. Действительно, это потрясающий продукт. Вот я вам покажу один из них. Это гель с ароматом ромашки, с ромашкой. Мне он очень нравится, но тоже, как говорится, надоедает. В этот раз я себе выписала с розовой водой как раз, потому что с ромашкой у меня вот сейчас еще не закончился, и хочется новенького чего-то поменять, поэтому я взяла с розовой водой. Вот, ну что еще дополнить? Помните, что наша с вами задача в первую очередь быть лицом компании, то есть показывать, что мы продукт своего продукта, а это значит, что нужно хорошо ориентироваться в ассортименте, изучать постоянно продукцию, пробовать ее самим лично, потому что личный опыт – это самый лучший опыт. Естественно, все перепробовать невозможно, поэтому собираем истории, спрашиваем у клиентов, понравилось, не понравилось. Просите их написать отзыв, даже в личном сообщении. Потом эти отзывы вы можете копировать и выставлять в сторис, чтобы другие люди видели и тоже делали вам заказы. Потому что самый лучший двигатель торговли, да, это реклама. Поэтому, особенно если это отзывы реальных живых людей, которые попробовали и пишут там позитивный ответ, что да, мне понравилось, я буду еще заказывать. Поэтому собирайте вот эти все в копилочку своих знаний и самое главное, применяйте. Не просто сложили, да, себе в голову информацию и живете с ней. Применяйте, делитесь. И будут у вас всегда большие-большие заказы. Я вам даю такую установку, цель, чтобы вам легко, прям вот так легко, вот так, было делать заказы от 150 баллов, чтобы вы получали все максимальные выгоды, которые есть от компании Oriflame и в каталоге. Спасибо за внимание. Как обычно, если есть вопросы, пишите в комментариях. Если вопросов нет, просто лайк, если видео полезное. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro, стоп-видео!